Знаете, я еще где-то километр назад заметил этого очень интересного друже. Он абсолютно в таком же положении, как и я, то есть абсолютно голый. Ну, правда, у меня есть еще кокосовая вода, но это... Ч-ч-ч. Не говорите ему. Ну, это ничего не меняет. Мне просто интересно, почему он не реагирует на меня. На все попытки выйти с ним на связь, прыгал там, бегал. Ничего не реагировал. Так, он бежит к вертолету. Ага, он хочет полутать оружие. Ну, нет, чувак, я буду первее. Ну, мне просто интересно посмотреть на его глаза, которые наполнены ненавистью, когда у него нет оружия. Ну, и он не сможет ничего сделать. Просто интересная реакция этого. Чувак, да ладно, ты меня еще не видишь. О-о-о, я тебя еще перехвачу, это точно будет вин. Перехватил. Господин, не подскажете, как пройти в библиотеку, а? Сэр, да вы знаете, мы с вами чем-то похожи. Мы, может быть, даже с дружим. Прыжки — это то, что я хотел увидеть, да. Ладно. О, зомби! На этот раз мне не повезло, да. Значит, мне остается только одно — быстрее выхватить оружие и убить этого зомби, а потом уже разобраться. Ну, конечно же, тут нету никакого оружия. Это... А зомби, злой, слушай. Так, пацан, давай, помогай мне. Вы только посмотрите на этого хитрого ублюдка. Он хочет сбежать под шумок. Не получится, я заберу тебя на тот свет. Ух, смотрите, какой хитрый. Хочешь тут разобраться, этот чувак? Это отличная идея, смотри, давай, забирайся. Я тебе тут место оставил, чувак. Забирайся, зомби сзади. Чувак, да ладно. Да, ты умер. Да ладно. Чувак, знаешь, это бы... Это ужасно, чувак. Не уметь приседать, это... В наши дни это все. У меня теперь проблемы, ну да ладно, я справлюсь. Итак, экстренное включение с места событий. На меня согрелось около 70 тысяч зомби, и у меня нету абсолютно никакого оружия. И я попытаюсь свое счастье в этом маленьком магазинчике счастья. Санта, пасхальные зайчики, все, кто может, блин, хоть бы здесь оказалось оружие. Что это, пейнкиллер, кокосовое молочко, да, мне поможет. Что это я вижу, молоток? Вот это успех настаивает. Сколько вас тут, блин? Почти 70 тысяч, как я и говорил. Окей, я убежал от вас, сосунки. Ага. На этот раз мне повезло еще сильнее, чем обычно. Ладно, я попробую поиграть в мистера бомжа и залезть внутрь. Мистер бомж меня всегда вручал. Вот смотрите, вот. Они даже не могут достать меня отсюда. Бомж всегда вручает. Если что, обращайтесь к дяде бомжу, и всегда это вам поможет, я вам гарантирую. Вот даже можно тут полежать, так высунуть из бака свои ручочки и все. Ладно, пойдем дальше лутать этот магазин. Может, нам повезет что-нибудь. О, господи, смотрите, там парень с автоматом. Нет, надеюсь, он меня не заметил. И я надеюсь, наконец, получу огнестрельное оружие так, как я хотел. Вот плохая идея вот сейчас за угол бежать, поэтому я побегу за забор. У меня здесь будет огромный шанс просмотреть за ним. И я могу в любой момент перепрыгнуть. Там забор будет поменьше. И тем трюком, который я показал в прошлой серии, я воспользуюсь и убью его... сзади. Так, здесь надо будет пересесть. Ага, вот пересел и аккуратно смотрим за ним. Так. Уч-уч-уч-уч. Что-то я сус, знаете, ребят? А, вон, смотрите, наш друже. Так, куда ты смотришь? Что ты там нашел? И почему ты на меня смотришь сразу же? Ты что, экстрасенс? Не говори мне, что ты побежал бежать за забором. Что это? Мне не нравится, ребята. Эта ситуация... Это плохая ситуация. Ч-ч-ч. Плохой день. Плохой день. Плохой день. Плохой день. Ну, я подожду, пока он будет. И сразу же... Прыгай. Почему мне повезло? Какого фига экстрасенсы делают в этой игре? Да и забор какой-то сволочной попался. Итак, ладно, со снайперской позиции разобрались, значит, идем дальше. И вот если здесь спуститься, тут можно найти особую тропу, сквозь которую вас не будет видно.
практически с любого ракурса, и вы будете просто неуязвимы для всех остальных, но есть там свои минусы. Вот, например, там можно найти какую-то непонятную дырку в камне и просто провалиться сквозь... Окей, невидимая стена, я не буду тебя потревожить, поэтому я просто пну тебя и уйду домой, не обращая внимания. Так. Ага, вон, видите вот эта вот дыра? Вот в нее можно провалиться. Так что, когда будете здесь бегать на горном велосипеде или на горном барашке, как вот это делаете, я не знаю, то будьте аккуратнее. Ясно. Вот, все, можно прыгнуть и все. И вы не провалите здесь точно. Вот, правда, эту вот точку я говорил. Вот здесь вот стоите и все. И вас никто не видит. Там все видно практически так же, как и со снайперской точки. Только вот здесь вот вы можете залечь. Так и все. Все как в бункере. Но так можно здесь спуститься или нет. Я вот не помню. Так, вот здесь вот. Окей, опасно. Аккуратненько. Проходим дальше. По-моему, я все-таки спускался там где-то или нет, не помню. У меня какие-то плохие здесь воспоминания. Я не помню, почему. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, понятно. Надо уходить отсюда поскорее, что это нет, не надо меня так подлетать, пожалуйста. Я же не... Господи, что я летаю? Я не Бэтмен. Нет. Что, куда я? Окей. Меня съел камень. Конец.